Казахская народная сказка «Бараны волков пугают», читает Павел Беседин. Два барана нашли в поле волчью голову, понесли ее домой. По дороге им попалась юрта. Положили бараны на находку у порога и вошли в юрту. А в ней волки. Волки были голодны и так обрадовались гостям, что не знали, Куда и усадить их? Бараны увидели, что дело плохо, Но не испугались они. Говорит один другому, Ой, как есть хочется, Принести, ка голову волка, Которого мы вчера зарезали. Другой баран вышел, принес и сказал, Ты-то э -э, съешь голову, А я-то буду что есть? Как что? Да мало ли здесь волков, Выбери пожирнее, зарежь и съедим. Мне одной-то головы тоже мало. Волки струсили и потихоньку один за другим выбрались из юрты.